Правила перевода аквариумных рыб. То есть при покупке рыбы в магазине, вот, вы привезли рыбу домой в мешочке или в баночке, или еще как-то. Вот, и вам нужно перевести рыбу в аквариум. Значит, для рыбы резкий перепад температуры более чем на 1-2 градуса, это уже вызывает температурный шок, что, как правило, приводит к гибели. Ну вот мы видим, температура в нашем аквариуме в данный момент 28 градусов. Все, теперь берем пакет. Помещаем пакет в аквариум. Вот в данном случае, это на примере медового гурами. В данный момент мы его будем садить на нерест. Поэтому, значит, правила перевода абсолютно такие же, как для всех рыб. Значит, вот мы видим, пакет помещен в аквариум, вот, в плавающем состоянии. В маленьких объемах температура падает очень быстро. Поэтому вот мы сейчас поместим в пакет градусник и покажем вам визуально, что температура воды в пакете значительно отличается от вашей аквариумной. Замеряем температуру воды в пакете. Ну вот уже видно, хотя градусник, скорее всего, еще не поймал температуру. Вот. Температура в пакете 26 градусов. Помещенный пакет, значит, остается в аквариуме в течение 10-15 минут. Ну, то есть видно, что рыба ведет себя спокойно, не мечется. Вот. Если прямо бы мы вылили воду в аквариум, то не исключены были бы, наблюдались такие движения, что рыба бы резко начала метаться из стороны в сторону. Вот. То есть это основные такие признаки определения температурного шока. Ну вот, прошло, значит, 10 минут. После 10 минут пребывания мешка в аквариуме небольшой емкостью набираем сначала немного воды. То есть таким образом мы выравниваем химические показатели воды. Так как состав воды для рыб имеет немаловажную роль, следовательно, изменение состава воды тоже должно быть постепенное. Так же, как и температура. Вот мы сейчас одну кружечку внесли, через 5 минут внесем еще одну, и потом через 5 минут внесем третью. Ну вот, прошло 5 минут. Добавляем вторую кружку воды. Теперь уже можно полную кружку. Добавили. И ждем еще 5 минут. Ну вот мы видим, значит, рыба уже освоилась, начинает плавать. Все ей нравится, температура нравится. Вот, теперь делаем последнее доливание воды. И теперь можно не спеша, спокойно выливаем рыбу в аквариум. Вот мы перевели рыбу в аквариум по всем правилам. Сейчас она, соответственно, скрылась сразу. Если есть возможность, рыба всегда прячется за укрытие. Ну, давай, выходи, покажись нам.
Вот мы посадили на нерест медового гурами. Сейчас мы видим, что самец обследует новое, так сказать, жилище. Смотрит, где и что. Осваивается. Значит, вот сейчас мы дня 3 выдержим его без самки. За это время самка в спокойном состоянии наберет икру. Вот медовый гурами, он такой красный, как красный лялиус, яркий.